Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. На службу российскому «Атому» чувашские предприятия презентовали свои проекты государственной корпорации по атомной энергии. Ловись, большая и маленькая. В Чебоксарах прошел чемпионат России по ловле рыбы донной удочкой. Набираем тазики и кастрюли. В Чебоксарах на сутки отключат холодную воду. Предприятия «Чуваши» презентовали сегодня свои проекты представителям «Росатома». Корпорация по атомной энергии проявляет большой интерес к промышленному комплексу республики. Встреча прошла в столичном офисе компании АБС «Электро». С подробностями из Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев. В одном месте собрать всех участников электротехнического кластера республики, ну, полезно и моим коллегам послушать, соответственно, мне точно так же послушать. И из этого, я думаю, мы можем выстроить какие-то долгосрочные взаимные отношения, эффективные отношения. Безусловно, предприятия республики Чуваши – это предприятия, которые известны в стране уж это точно с точки зрения производства электротехники. Но я думаю, что и в мире тоже к вам приглядываются, как вы идете вперед. В «Росатоме» отбирают перспективные проекты, и предприятиям республики есть что предложить. Подстанции, устройства защиты от аварии, интеллектуальные приводы – все это может заинтересовать корпорацию. Ее представитель отмечает, сфера атомной энергетики нуждается в импортозамещающих проектах. Поставки из-за рубежа постепенно сокращаются. Мы за то, чтобы создавать, может быть, вместе новые продукты. У нас есть задача по цифровым подстанциям точно так же. У нас есть задача по крую. У нас есть задача по созданию определенных видов оборудования. Может быть, даже нам проще отказаться от каких-то наших проектов, потому что у вас уже все есть, и каким-то образом сформировать партнерские отношения с вами для того, чтобы быстрее на рынке получить уже конкурентоспособные продукты, как я говорил, начинать проходить аттестацию для выхода на зарубежные рынки, потому что для нас и эта задача является очень важной. Для нужд атомной отрасли предприятия республики разрабатывают инноваторские проекты. Интерес к ним начал повышаться, и в перспективе еще больше заводов Чувашии могут стать постоянными поставщиками «Росатома». Сейчас немалую долю в этой сфере занимают предприятия Чебоксарского электрокластера. Торговый бренд продуктов нашего предприятия – это «Ритом», «Релейный томограф». Если провести аналогию с медициной, томограф анализирует состояние организма с точки зрения обнаружения своевременно болезни. То же самое делает релейный томограф. В результате диагностики определяет состояние оборудования. Вся наша продукция это сертифицирована, внесено в реестр средств метрологии. С корпорацией «Росатом» республика сотрудничает тесно. 7 лет назад подписано соглашение о партнерстве, и оно реализуется весьма успешно. Наши производители производят качественную конкурентоспособную продукцию, которая в перспективе может продаваться на экспорт. Это очень важно. По заказам, если взять, выигрывая конкурсы, наши предприятия вошли в «Росатом», в организации «Росатома», их там сотни, по сути дела, и получают государственные, можно сказать, гарантированные заказы. В-третьих, почему мы развиваем электротехнический кластер? Мы говорили, нам нечего распиливать, газа нет, нефти нет. Наша задача – вклады и инвестиции молодых людей, получать новый продукт, высокотехнологичный продукт с учетом производительности труда, чтобы был достойный уровень заработной платы. В «Росатоме» отмечают, у предприятий республики колоссальный потенциал. Представленные проекты рассмотрит экспертная группа. В ближайшее время специалисты корпорации посетят Чувашию с рабочим визитом, чтобы ознакомиться на месте с производством и выпускаемой продукцией. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика, из Москвы. А в Подмосковье продолжает работу форум «Армия-2017». Свои разработки гостям со всего мира демонстрируют и чувашские предприятия. Об одном из них далее.
Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов – градообразующее предприятие. Оно производит спецавтомобили, прицепную технику, различные мобильные комплексы. Всего более 200 видов. Среди крупнейших заказчиков – Министерство обороны, МЧС и МВД России. На форуме «Армия-2017» продукции Шумерлинского комбината автомобильных фургонов заинтересовались журналисты федеральных СМИ. Внутри этого фургона есть все необходимое, чтобы приготовить горячий обед для целой роты солдат, прокормить голодных и уставших военнослужащих, допустим, во время полевого выхода, не составит большого труда, имея все необходимое оборудование. А развернуть эту полевую кухню в чистом поле можно за считанные минуты. Уже сейчас предприятие ведет поставки за рубеж, в частности в Алжир. В будущем географию расширит. Техника современная, мобильная, автономная. Спрос есть. В предстоящую субботу в Чебоксарах на сутки отключат холодную воду. Водоканал будет проводить работы по подготовке городских сетей холодного водоснабжения и канализации к предстоящей зиме. По плану предстоит выполнить более 50 различных мероприятий на всем протяжении сетей от Завражной до очистных сооружений в Новочебоксарске. Чебоксарцам надо заранее запастись водой. Водоканал организует дежурство автоцистерны, которая в случае необходимости будет доставлять питьевую воду нуждающимся. 26 августа в Чебоксарах стартует ярмарка сельхозпродукции «Дары осени-2017». До 7 октября фермеры, сельхозорганизации, садоводы-огородники смогут продавать свою продукцию без посредников. В столице Чувашии определены три основные площадки. Это торговый комплекс «Николаевский», рынок «Шупашкар» и «Северная ярмарка». В общей сложности в городе будут действовать 59 площадок. Полный перечень на сайте столичной администрации. В Урмарском районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. С подробностями Родион Архипов. Первое полугодие 2017 года Урмарский район завершил с хорошими показателями. Консолидированный бюджет района по доходам увеличился более чем на 10%. Внутренним резервом пополнения бюджета стало грамотное управление имуществом и земельными ресурсами, а также открытие новых производств и создание новых рабочих мест. Немалую роль в пополнении бюджета района играет потребительский рынок. Оборот розничной торговли крупных предприятий вырос почти на 10% и составил 244 миллиона рублей. При этом среднемесячная зарплата увеличилась более чем на 10,5% и составила 18 623 рубля. Налоговые поступления во все уровни бюджетов выросли более чем на 12,5%. В районе практически завершена регистрация невостребованных земельных долей. 99% из них оформлено в собственность. На учет для получения земельных участков в собственность поставлено 165 многодетных семей. Более половины из них участками обеспечены. Одно из первоочередных задач администрации района и сельхозтоваропроизводителей остается увеличение посевных площадей за счет освоения необрабатываемых земель. Несмотря на достигнутые положительные результаты, в районе есть еще над чем поработать. Только совместными усилиями удастся достичь поставленных целей. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Арена Гавелян, Республика. Чемпионат России по рыбной ловле на донную удочку прошел в Чебоксарах. О том, как клевало, в репортаже из Чебоксарской набережной. Вот она рыба моей мечты, вот она! Вот такие эмоции мы надеялись увидеть у спортсмена, которому удалось что-то поймать. Однако Павел из Москвы был спокоен. Видимо, это не рыба его мечты. Это подлещик. Ну, это маленький, ну, там 300 грамм максимум. Водоем сложный, водоем неизвестный. Мы здесь вообще первый раз. Вот. Ожидалось, конечно, что рыба будет клевать поактивнее. На
то, что рыба будет клевать, поактивнее надеялись все 25 команд, которые приехали в Чебоксары на чемпионат страны. Впрочем, в рыбалке главное удовольствие, отметил Дмитрий из Санкт-Петербурга. Я приехал встретиться со своими друзьями и получить удовольствие от рыбалки и от друзей. Ну, мы на Неве неплохо ловим, в принципе. Но на Волге тоже надо попробовать. И по соревнованию. К сожалению, нет. Несмотря на специфичность этого вида спорта, были на чемпионате и болельщики. Правда, они скорее не болели, а сочувствовали спортсменам. Ну, мы-то попроще. Тут вон они, видите, корм всякий туда-сюда. Это кашу сварил, и все, начинил опарышей там с червем, и все, и тут готово. 2-3 леща гарантия есть. Это же. Так что это, а у них не знаю, их слишком много, чтобы столько рыбы им это. Ничего здесь не ловится. Здесь рыбы нет, здесь тоже нет. Тут нигде нет рыбы. Кто-кто? Директор стадиона! Может, наша набережная и не самое клевое место, зато для соревнований идеально подходит по другим параметрам. Подобных мест, где вот можно проводить соревнования общероссийского ранга, у нас в стране не так много. То есть буквально мы их всех знаем наперечет. И здесь у вас замечательное место, очень удобно то, что это, можно сказать, в центре города. Могут всегда заинтересованные люди приходить. Вы видите, сколько здесь отдыхающих, все интересуются, спрашивают. Это, конечно, популяризация и спорта, и популяризация правильного культурного рыболовства. Как бы то ни было, пока наша съемочная группа была на берегу, дела у спортсменов не клеились. И чтобы самим не поймать леща, мы решили больше не отвлекать спортсменов. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. Если на Чебоксарской набережной рыба не клевала, то в реке Бездна в Шамышинском районе рыба гибнет. Сейчас ситуация разбирается, а природоохранная прокуратура. Щука, окунь, ясь и плотва. Рыбы этих видов всплыли кверху брюхом в реке Бездна. На место выехали специалисты. Зафиксировали, что действительно есть погибшая рыба. Она уже имеет признаки разложения. Были отобраны пробы воды и рыбы для того, чтобы понять, от чего произошла именно гибель рыбы. Это от какого-то источника загрязнения, либо от природных условий. По результатам проверок специалисты смогут сделать выводы об ущербе окружающей среде. И затем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Лучший из лучших. Министр физической культуры и спорта Чувашии встретился с ведущими спортсменами республики. Легкоатлеты и шахматисты, гиревики и вольники. На встрече с министром победители и призеры международных соревнований летнего сезона. Не всех удалось собрать, потому что понимаем, что спортсменов свой график подготовки. Я хочу всех поблагодарить, всех тренеров, спортсменов за большой труд, за те результаты, которые вы показываете. За каждой победой стоят годы серьезных тренировок, кропотливая тренерская работа и неимоверная сила воли. Алексей Германов знает это как никто другой. С десяток всемирных игр спортсмен вернулся чемпионом. Сегодня юноша готовится к новым соревнованиям. Через 2 недели я уезжаю на сборы, подготовка к чемпионату Европы, который будет в Италии, в городе Анкона. И надеемся, что привезем опять золото. С победой вернулась с международных соревнований Анастасия Александрова. На первенство Европы по гиревому спорту она завоевала бронзу. В гиревой спорт я попала совершенно случайно. Для меня это было в новинку, когда я поступила на первый курс Чувашской государственной хозяйственной академии. Просто придя в зал, я попросила показать, как обращаться с этим снарядом. Мне показали, и у меня получилось с первого раза, и пригласили заниматься этим видом спорта. А потом потихонечку уже я втянулась и бросить уже не смогла. Свою жизнь без спорта не представляет и другая Анастасия Мамлина. Она – бронзовый призер летних судолимпийских игр. За высокие спортивные достижения Анастасия и ее тренер Анатолий Прохоров получили благодарность главы Чувашии Михаила Игнатьева. Министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков отметил, что в республике созданы все условия для успешной самореализации спортсменов. За высокие достижения на международных стартах чувашские спортсмены и их наставники получили единовременные премии и ежемесячные стипендии. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. Это все новости на сегодня. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». Гость студии – профессор Высшей школы экономики Татьяна Абанкина. В программе речь пойдет о цифровой экономике и насколько школы Республики готовы к инновациям. До свидания.